Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаем утро. У меня, как всегда, утро начинается одинаково, практически постоянно. Сегодня у меня получился такой небольшой влог, но надеюсь, что он для вас будет интересным. Сегодня будет все о покупках для красоты дома и не только. Я также хочу сказать, что в этом видео у меня будет один отрывочек, который заснят с ужасным звуком. Я не стала его удалять, но эту проблему я надеюсь, что все-таки решила, потому что с новой камерой у меня проблемы со звуком, и я это слышу. Возможно, это не слышно, когда вы смотрите на YouTube, я не знаю. Но я, когда монтирую видео, я слышу, что у меня просто отвратительный звук. В общем, купила микрофон, тестирую его потихонечку. Вот, вроде пока все нормально. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что вот редактируя видео, я обратила внимание, что звук стал намного-намного лучше. Вот, ну и не ругайте меня, девочки, но я снова на ламоде. На самом деле, я все время здесь заказываю сейчас для своих мальчишек. То куртку, то штаны в школу, то еще что-то. Ну и попутно себе. Вот такие вот ботиночки себе заказала. Мне понравились вот эти вот с белой подошвой больше, чем белые с черной подошвой. Но они такие неудобные. Сзади вот этот шов, где прострочено, прям впивался, несмотря на то, что я на носочек достаточно такой плотный. Но прям было даже больно стоять. Прям в задник впивался. Я подумала, что они реально натрут ноги. И не стоит такие приобретать, правильно? Вот. В общем, курточка и вот такое платье. Весь заказ был сделан мною ради вот этого платья. Оно мне так понравилось, как оно выглядело на сайте, и не разочаровало. Платье я приобрела, куртку вот эту серенькую я приобрела, и приобрела ботиночки вот эти белые с черной подошвой. Курточка классная, она недорогая совсем, простая, самая тоненькая. Весной ходить самое то, какой-то шарфик, еще сумочку и вообще. Но образ получился супер, мне понравилось. Платье вот этой девочки огонь. Вот видите, ботиночки с белой подошвой мне как-то больше понравились. Но так они сильно вот в этом месте натирают. Прям вот больно стоять в них, представляете? Поэтому я подумала, что не разношу это точно. В общем, взяла вот эти беленькие с черной подошвой. Сюда они тоже, на мой взгляд, очень даже подходят. Платье идет вместе с ремешком. Если будет все в наличии, то, конечно же, оставлю вам ссылки. В общем, надо красоту весной, надо красоту наводить, девочки. Вот так вот выглядит платье само. Ну, класс. Согласитесь, мне так оно понравилось. Вообще, я просто балдею от него. Идет оно в размер, вот с этими беленькими ботиночками. Можно, конечно, было какие-то туфли, но это не моя история. Я знаю, что я куплю туфли, но носить их не буду. Так, и давайте я вам еще покажу свой заказ с сайта Фармакосметика. Кое-кто мне поможет. Да, мой миленький, ты же не можешь? Мама такое принесла. Вдруг что-то вкусное. Так, открыла, как всегда, не с той стороны, с которой нужно. На самом деле я заказы делала уже... Вот это мой второй заказ, который я вам показываю. В декабре я вообще ничего не заказывала, я посмотрела. И в ноябре я ничего не заказывала. То есть первый мой заказ был в конце января. И вот сейчас получается второй. Вот, так что давайте вам все покажу. Давайте начнем с таких больших баночек. Я заказала, кстати, не первый раз. Ну, посмотрите на него. Не первый раз заказываю тоже скрабы для тела от марки Аравия. Мне очень нравятся. Они прикольные, они хорошо скрабируют. При этом такие частички у них не очень крупные, а такие как пилинг прям. Ну, такой достаточно жесткий. Попробую открыть. Вот смотрите, какой он. То есть здесь вот именно этот есть и крупные, и такие миленькие частички, но банки хватает надолго. То есть достаточно немножко, чтобы хорошо проскрабировать кожу. Да, мой миленький? Давай тебя мама тоже намоет. Уж красавчиком таким, прям сил никаких не будет, да? Миленький мой. Так, дальше. Купила также крем для тела. У меня на самом деле все мои запасы вообще подзакончились. Тебя тоже мама намажет. Хочешь намажить? Да? Вот такой вот увлажняющий, крепляющий крем для тела. Тоже я брала в таких баночках. Будь здоров, солнышко. В таких банках я уже брала. Только, по-моему, какой-то другой. Здесь
В общем, решила вот так. Ну, что ты делаешь? Солнышко у нас такое. Весна уже, девочки, уже весной пахнет вовсю. Дальше снова купила себе, так как делала заказ, вот этот шампунь. Мне он очень нравится. Ликата, да, он правильно называется. Именно который для жирной кожи головы. Так как все равно ношу еще шапки, то волосы пачкаются быстро. А вот с этим шампунем такой проблемы нет. Мне очень нравится. У меня все падает. Как всегда, ну давайте так и буду показывать, да. А, дальше, что еще я взяла, уже не помню. А, вот такой крем для рук и ногтей. Никогда его, кстати, не брала. Но вроде как это типа профессиональная линейка, в общем. Подумала, что мне такое надо. Тоже у меня закончились крема. Мне, кстати, понравились белорусские крема для рук и ног. Но они такие, знаете, более, как правильно сказать... Ну, в общем, понравились хорошие, особенно крем для рук. Мне понравился, который я показывала в белорусском влоге. Крем для ног, он такой достаточно легкий. Если сухие пяточки, то не подойдет. Ну, в общем, решила, короче, для разнообразия взять вот такой, да, для рук и ногтей. У меня вообще крема для рук должны быть везде. И на кухне, и около кровати, чтобы вот, ну, везде, где только можно, чтобы я постоянно на них натыкалась. И у меня кожа сухая, поэтому я достаточно часто наношу крема, чтобы она вообще не шелушилась. Крем для ног от Аравии беру в первый раз с мочевиной. Но говорят, что хороший именно тот, который с мочевиной, именно для ног. В общем, читала много отзывов хороших. Вот взяла, буду впервые пробовать. Дальше, что я тут набрала вообще всего? А, вот такой взяла крем для лица. 10% мочевины, муцинулитки, супервлажнение, регенерация. У меня, ну, в общем, у меня остался крем, не крем, а сыворотка от марки Аравия. Я решила вот дополню, так сказать, крем. Погоди, что у меня такое? Что я вообще там заказывала? Я ничего не помню. А, питательное масло для кутикулы. Тоже у меня... ну, масла вообще я беру разные. Вот какие есть, какие где увижу, куплю. Так как я делала заказ, решила уже тоже взять, попутно попробовать вот такое маслице. Потом расскажу, понравилось или нет. И последнее, это я вот этой марки Zeytun. Мне вообще очень нравится эта марка. Девочки, особенно глиняная маска. Я вам всем рекомендую вообще настоятельно глиняную маску купить. Она и на Вальберис тоже есть. Где-то еще я видела. Очень она мне нравится, глиняная маска. И ночной крем, и дневной крем. Ну, тоники такие, так себе. Ну, как бы ничего супер сверхъестественно. Решила еще крем для области вокруг глаз попробовать. Потому что это даже... типа крем-сыворотка или что-то такое. Крем для кожи вокруг глаз просто написано. Регенерирующий концентрат с пептидом. Вот. И коллоидным золотом. Ну, в общем, крем для области вокруг глаз у них не пробовала. Пробовала масло для области вокруг глаз. Масло нравится очень. Наношу его на ночь. Никаких отеков, ничего с ними не случается. В общем, супер классно. Поэтому решила вот такой еще кремушек. Так, подарки. Есть какие-нибудь у меня подарки? Тут, я думаю, что нет. В последнее время не кладут никакие подарки. Девочки, нет, нет ничего. Увы и ах. Увы и ах. Так что вот такой вот у меня был заказ с сайта Фармакосметика. Его набрала. Ну, крем для ног у меня уже закончился. Уже, кстати, сколько, наверное, неделю как нету. Шампунь тоже для кучи, скраб у меня тоже. Кстати, вот скраб для тела кофе, ну, вот это из кофемашины, да, уже перемолотая, сваренная уже. Тоже пользуюсь таким скрабом, но он надъедает. И он, вот этот кофейный скраб, ну, как обычное кофе, да, молотое, он вот такой достаточно жесткий, то есть его хорошо там раз в неделю, раз в две недели, а вот между что-то такое полегче. То есть, ну, кофейный скраб, в принципе, мне надъедает, поэтому я периодически беру что-то другое. Крем для тела у меня тоже закончился. Крем для области вокруг глаз закончился. Крем для лица нет. Крем для лица у меня еще есть, это я запасы так сказать взяла. Масло для кутикулы тоже закончилось. В общем, все поздно заканчивалось. Вот купила. Надо, на самом деле, мне еще сделать заказ. Еще что-то мне надо было. Я не помню уже что. В общем, вот такой вот у меня
получился заказик. Зайтун марку рекомендую всем. Знаю, что Аравия косметика не всем подходит, а вот Зайтун, мне кажется, всем подойдет. Ну, мне так кажется, мне нравится очень. Также наводим красоту не только себе, но и своим хвостиком. Намываю собак, особенно Джуси. Посмотрите, какая грязная женщина у меня. Просто ужас. И Бону я помою. Здесь отрывок видео, который я снимала и выкладывала в Телеграм. Вот, так что подписывайтесь на мой Телеграм. Я стараюсь там бывать почаще, на самом деле. Вот, буду вас всех там ждать с огромным удовольствием. Вот небольшое видео такое сделала, выложила. Ну, в общем, намываю своих принцесс. Хотя смысла на самом деле нет. Сейчас слякотно грязно на улице, и я намывать их буду очень часто. Как часто я мою собак? По мере загрязнения. Весной и осенью намного чаще, чем зимой и летом. Потому что, ну, когда они все грязные, это, конечно, никуда не годится. Джуси я еще часто мою лапки, просто потому что она спит на кроватях, диванах и всем остальном. Бона не запрыгивает у меня ни на кровать, ни на диван. В общем, видите, у нас тут помывочная. Котов я не стала мыть. Я их не сушу феном, потому что они боятся. И Бона, и Джуси, они мне к этому... Я никогда их к этому не приучала. Я их вытираю несколькими полотенцами, стараюсь насухо. Но, как вы видите, все равно вот такое вот мокрое на диван. Пледы на диванах у меня лежат по той же простой причине, что вот начинается вот это вот вытирание, вот это вот все. В общем, да. Ну, конечно же, намываю свою Боночку. Бона выглядит спокойной, но на самом деле в последнее время она не любит мыться. Я ей внизу кладу полотенце, чтобы она не скользила. Ну, в общем, чтобы как-то ей более-менее было комфортно. Ну, вот она в последнее время мытье не жалует, хотя раньше обожала. Обожала мыться, воду. В общем, ну, сейчас, видимо, уже почему-то не нравится. В общем, ей вся эта история. Вот, ну и... Джуська моя тоже тут бегает. В общем, жду вас в своем Телеграме. Обязательно туда подписывайтесь. И будем там с вами общаться. Буду стараться как можно чаще. Еще одна покупка, которую я вам хочу показать, о которой я очень давно мечтала, так как я живу в загородном доме. Окон у меня очень много. И каждую весну и осень это для меня просто какой-то... Это моя боль мыть окна. И вот такой вот квадратный. Я его только тестирую, поэтому... Пока, наверное, не буду говорить, насколько он мне понравился или нет, но в углах моет. Я им уже помыла и кафель, и зеркала. На зеркалах оставила, кстати, разводы почему-то. Вот, а окна помыл очень даже хорошо. Вот, так что вот такой вот у меня помощник. Но вообще, я как считаю, если есть финансовая возможность, девочки, берите, не раздумывайте вообще. Пусть у вас будет много помощников, и это супер. Хотя я в свое время жалела средства на подобные вещи, но сейчас я это очень ценю. Всяких роботов, пылесосов и всего остального. У меня, кстати, спрашивали, есть ли у меня робот-пылесос. Да, есть, но он очень старенький, он не мощный, он просто собирает грязь. Он даже не пылесосит. Он у меня стоит на втором этаже. Очень хочу с функцией мойки, самоочистки и так далее и тому подобное. В общем, чтобы он все делал сам и чтобы я к этому не касалась. Но я думаю, что... Я надеюсь, что у меня в скором времени такой пылесос появится. Вот. Так что, да, в общем, на такой ноте. Я потом, попозже оставлю вам отзыв на этот робот-пылесос. Ну, а сегодня буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч.